Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы продолжаем вас знакомить со стратегиями для торговой платформы брокера Quotex. Перед началом торговли бинарными опционами не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10. Стратегии для Quotex BB RSI Strengths. При разработке нового подхода к трейдингу, который обеспечивает надежные и эффективные сигналы, многие трейдеры нередко объединяют между собой Bollinger Line и индекс относительной силы RSI. Такое сочетание результативно в трейдинге турбо-опционами. Этот вариант торговли считается очень рискованным, но приносящим большую прибыль за короткий срок. Основу турбо-опционов должны составлять высоковолатильные активы. К числу последних относятся валютные пары. Открывать сделки при использовании обоих помощников трейдера следует при 60-секундном таймфрейме на свечном графике. Первый инструмент рекомендуется установить с периодом 20 и отклонением 2. При этом настройка RSI требует большей точности. По умолчанию период в этом случае равен 14. Но такой вариант подходит для тех, кто торгует с долгими экспирациями. А если вы торгуете турбо-опционы, то поменяйте параметр на 7. Также следует выбрать другие уровни перекупленности и перепроданности. Если в торговле по стратегиям Quotex для трейдинга используются значения по умолчанию 30 и 70, то увеличивается вероятность возникновения рыночных шумов и ложных сигналов. Применяя описываемый вариант торговых сделок, нужно помнить о том, что технические инструменты нередко дают ложные сигналы, поэтому встроенные функции нельзя использовать в одиночку. Более результативные сигналы дает сочетание указанных индикаторов. При проведении торговых операций в рамках выбранного метода рекомендуется следовать двум правилам. Покупать бинарные опционы Call нужно, если наблюдается следующая картина. Первое. Индекс относительной силы перешагнул за пределы уровня перепроданности. Второе. График Bollinger пробил нижний уровень. Покупать опционы Put следует при обратной ситуации. То есть, графическое отображение указанных индикаторов должно соответственно выйти из интервала перекупленности и пробить верхний уровень. Сроки экспирации в рамках такой Quotex стратегии составляют от 2 до 4 минут. Принцип торговли в рамках данной стратегии прост, но эффективен. Говоря в общем, торговля ведется при повышенной волатильности, что можно видеть благодаря полосам Боллинджера. То есть, когда цена выходит за границы этого индикатора, это дает нам сигнал того, что с высокой вероятностью цена вернется в канал, так как именно в канале она проводит более 80% своего времени. Но не забывайте, что любую стратегию обязательно нужно тестировать на демо-счету, а также придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. Ссылки на указанные статьи будут в описании под этим видео. Подпишитесь на наш канал WinOption Signals, чтобы не пропустить интересное и полезное видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!